Я считаю, нам необходимо в университете создать очень сильную хоккейную команду. О, Господи. Освободи себя от оков. Если душа река, то из берегов. Есть всего один шанс, и он весь твой. Живи сейчас. Ну, может, это вообще не мой ребенок? Вот. Да им весь год не везет. Они ни одной игры не выиграли. Ваш новый главный тренер Кисляк Андрей Викторович. Мы с таким спецом далеко не уедем. Вадим Юрьевич, мы пришли за Андрюху Кисляка поговорить. Андрей, ты хороший тренер. Активнее! Капец, он в форме. Ага. Хочу снизу. Ребята на тебя надеются. Акулы, вперед! Победа нас ждет! У каждого свои интересы и цели. Но есть одно, что их объединяет. Любовь к хоккею. «Молодежка. Новая смена. Премьера. С 5 ноября в 20:00».